Ремонт дорог добрался и до улицы Свободы областного центра. Жители сортировки жаловались на плохое качество дорожного полотна, глубокие ямы и рытвины. В удручающем состоянии был тротуар. Его не ремонтировали больше 40 лет. Сегодня здесь у нас появляется новая поликлиника, которую мы планируем в этом году запустить и ввести в эксплуатацию. Новый мой квартирный дом, поэтому данный тротуар, конечно, востребован для жителей нашей сортировки. Поэтому эта работа будет продолжена. Сейчас ведутся работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия. Сначала рабочие сняли деформированные слои методом холодного фрезерования, сделали выравнивающий слой, затем верхний, более износостойкий слой на гранитном щебне. Новый асфальт будет на 4000 квадратных метров. Еще 600 квадратов составит новый тротуар, оборудованный водоотводом. Через пару дней работы на улице Свободы будут полностью завершены. Сложностей нет. Мы по проезжей части работаем в ночное время, как бы не стеснять движение транспорта, и нам удобно. А тротуары выполняем в дневное время, то есть никому не мешаем. Генеральный подрядчик дает гарантию качества на дорожное полотно 5 лет и 2 года на тротуар. Глава администрации города Александр Кузьмичев отметил, в этом году будут отремонтированы 15 улиц. Работы на 5 уже ведутся. На этом участке планируется также сделать регулируемый пешеходный переход в районе остановки общественного транспорта. По данным ГИБДД, необходимость переноса обусловлена аварийностью участка. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.